Блин, ну какие же тут приятные деревушки, Арчи. Нет. Прям вообще в хлам приятные. Я вот сейчас бегаю, и мне прям жестко приятно. Я вижу, что они, блин, жестко деревянные, как кусок говна. Они мега приятные. Сечешь, о чем я? Нет. Почему? Не знаю. Просто нет. Арчи, ответ. О, пистолет. Круто. Знаешь, что? Знаешь, подожди, я нашел. Это где? Это рядом? Ну, карту открой. Castle Pine, да? Это где? Я не вижу. Снизу. Снизу, Фолсдейл, Сейф-зона, красный кружочек. А, во! Шикарно! Беги сюда, в этот городок. Маленький, какой? Вот чисто по дороге вниз и все. Как называется город? Он называется Rotten Valley. Видишь? Подожди. Rotten Valley он называется. Просто беги сюда. Ой, ё-моё, у меня... Офигеть, вообще мега круто, чувак. Я тебе так и не рассказал, что я нашел. Что ты нашел? Я, короче, нашел АКС-74У, потом нашел прицел Кобру. А потом, знаешь, что я нашел? А какой-то... смысл мне к... Стой, тихо, это? Тихо молчи, я тебе рассказываю. Я нашел, короче, такую круглую, типа... где, ну, где патроны лежат, господи. Магазин круглый, прикинь, круглый, желтого цвета, на 100 патронов для калаша. Прикинь? Угу. Теперь у меня грёбаный пулемет с прицелом в руках. Теперь ответь на мой вопрос. Давай, я слушаю твой вопрос. Смысл мне к тебе бежать? В смысле? В прямом. Так зачем? Будем лутаться в этих мелких, а потом вместе пойдем вот так по дороге куда-нибудь наверх. Беги в мою сторону. Pleasant Valley. Зачем? У тебя так там сейф-зона. Так в смысле... Так тебе все равно придется. Ты через горы не пройдешь, через те, которые справа, понимаешь? Чего? Что-то там Pleasant Valley. Pleasant Valley? Да. А, ну, в принципе, да, я могу к тебе тогда. Ну, ё-моё, а почему я должен бежать к тебе, а не ты ко мне? Скажи, да какой мне смысл вниз бежать, если там ничего? Потому что здесь есть еще деревушки, в которые мы можем позаходить. Last Stop, например, вот видишь? Там мы можем кучу оружия найти. Это что такое было? Че? Чё это за звук был? Какой звук? Чувак, походу, здесь кто-то рядом есть. В микрофон кто-то что-то сказал. Звук такой был. Кого-то, знаешь, в микрофон что-то сказали и уронили еще на стол что-то. Это не смешно. Это не смешно. Это не смешно, мужики. Сейчас я пытаюсь перебежать в другой дом, что ли. Да, я же говорил, что тут кто-то есть. Кусок говна, блин. Я чувака убил. Я тоже убил. Что у него есть? Бинты. Сода. Нифига у него пушек. Чё? Пушек? Да. Прям куча. Охренеть. Тогда все, тогда я в твою сторону, да, бегу по дороге просто. Как у него рюкзак забрать? Я не знаю. Ты наведись на рюкзак, может, попробуй. Или не получается. Я типа того. Стоп, я же поднял огромный рюкзак, но я его не одел. Опаньки, здесь люди, чувак. И меня убили, чувак. Меня убили, чувак. Почему-то у меня... Твою мать. Я сейчас пушкой стрелял, значит, типа автоматическими... О, этот чувак еще кого-то убил. Автоматическими патронами стрелял. А сейчас почему-то... Я начал стрелять одиночными. На X, наверное, нечаянно нажал. Походу, да, да, походу. Эх, печалька. Ну ладно, может, ближе к тебе появлюсь. Вообще не дали. Ты до Pleasant Valley все еще? А-а-а, чё, твою мать! Блин, ну чё за говно? Why did you kill me, bro? Why did you kill me? I'm a fucking noob. Without weapon. Or something. You fucking asshole. Тебя где-то в поле убили, да? Да, ты слышал выстрелы? Да, я иду сидеть. Не в поле. Знаешь, где меня убили? Сейчас скажу прямо на карте. Видишь, где Pleasant Valley? Сверху есть Фолсдейл. Да, я вот я тут сейчас бегаю. Ты в Фолсдейле? Да. И дальше по дороге там есть стройка в Фолсдейл. Вот, прямо посреди горы, видишь, всякая фигня? Угу. Вот тут меня убили. Вот за что? Я не понимаю, за что? Почему? Почему? Артём, убей его, пожалуйста, отомсти за меня. Чё? Тихо.
На полицейском участке. О, нифига, у меня граната есть. Сечешь? Не, ну карта тут слишком большая. Очень долго бегать. Да, ну так. Нормально, в принципе, же есть. По-моему. Носнул чувака я. Хорош. А теперь бежать мне отсюда надо. Ну нах, потому что бегать здесь ночью. Потому что всякие ублюдки меня убьют по-любому. Да что ли зависло это говно? Чё, игра? Серьезно? Zero D. Значит, мы бежим в Motion Crest, да? Угу. Так, Motion Crest. Окей, как раз примерно одинаковое расстояние до туда. Чё? Арчи? Чё? Тут, блин, какие-то монстры орут. Причем очень мощно орут. Я вот сейчас по лесу бегу и слышу прям, как будто это какой-то, я не знаю, какой-то босс-зомби сечешь. Прям звук такой. И знаешь, еще с эхом такой по горам типа разносится. Мои проблемы. Вообще-то это и твои проблемы, и мои проблемы. Ведь мы все в этой игре находимся сейчас. Ты сечешь, о чем я? Ты должен выяснить, что это за херня. Так, я сейчас буду рядом со стройкой. Со стройкой. Вон, я ее уже вижу, ту стройку, на которой меня убили. Окей? Стараюсь ее обойти как-нибудь тоже. Не хочу на стройке воевать. Так, чё? Я на Falls Daily. Да ну! Да. Мы близко, чел, наконец-то! А ты где? Вот теперь слышишь? Ну что-то есть, ты где? Зомби, слышишь этого? Твою Нет, мать. Ты где? Я где Фалсдейл? На горе, чуть ниже Фалсдейла. Видишь, там такая возвышенность, типа? Чуть прямо не... слева от Плизентвейли. Вот чисто слева на горе от Плизентвейли я нахожусь. Короче, беги в Фалсдейл. Давай тогда на стройке этой встретимся. На стройке? Да-да, беги туда, видишь? Ну, то есть от этого Фалсдейла дорога идет к стройке. Да-да-да. Мы встретимся на стройке. Только когда будешь подбегать или там бегать, скажешь, что это ты. Там стреляют. Я не слышу. Так, стройку вижу или нет? Нет, не вижу стройку. Я уже на стройке. Но выстрелов я все еще не слышу. Ну, там два раза всего стреляли зомбиков. Все. Так, когда, короче, я скажу, ну, если я кого-то увижу, я скажу, типа, прыгни. Прыгнешь несколько раз, ладно? Я знал, что это ты. Чё-то не вижу стройку. Там Фалсдейл, стройка вот прям тут. А, вон она, вижу. Сейчас по деревьям буду бегать. Вот опять! Скиба. Да, слышу. Справа от меня. Справа от меня это Pleasant Valley. Слышу еще выстрелы. Слышишь? Там жесткая война. Да, это жесткий снайперский выстрел какой-то. Снайперский. Я, короче, сейчас прячусь и буду ждать тебя. Окей, давай. Ну, где-нибудь на стройке, окей? Потому что нам нужно залутаться по-любому. Скорее всего, кто-то ее пасет как раз-таки со снайперкой. Потому что там же все просматривается. Так, все, я оружие себе нашел. Могу себя защитить. Все, давай, ждите. Мне вот сейчас на горку зайти. На горку. Ну, я, наверное, я по деревьям буду бегать. Ты тоже бегай так по деревьям. Ночью, тем более, никого не видно, в принципе. Тут же светлее никак не сделать. Не знаю, я все хорошо вижу. Ну, людей-то ты не видишь. А они есть. Что есть? Ну, ты их не видишь, а они есть. Люди. ДМБ насмотрелся. Чего? Че за ДМБ? Шлем. Есть стройки. ДМБ. Никого не вижу, чувак. Рифл лазер. Я стою прямо под деревом. Ты будешь на нее забегать? На кого, на стройку? На стройку, да-да-да. Хз, надо? Ну вообще оружие как бы надо бы, ну, типа. У меня есть оружие.
них есть оружие. Короче, я забегаю на территорию стройки прямо сейчас. А на территорию? Да, тут такая территория огражденная. Я забегаю. Сейчас. Я зашел в какое-то здание. Это что-то типа склада или вроде того. Так, у меня нормально. У меня это не ты бегаешь с забором? Я за забором. Подожди, выйди вот там, где ты был только что, назад вернись. Блин, чел. Мне сейчас драться надо будет с зомби. Значит, это зомби побежал на тебя. Походу. Твою мать, опять эти звуки. Я сейчас в каком-то... Я в боксе сейчас. Это ты стреляешь? Да. Окей. Ты прям за стеной бокса, походу. Сейчас я выбегу к тебе. О, слышишь, это ты? Где? Подожди. Кто стрелял? Не я. Ты сейчас в здание, да, забежишь, белое? Нет. Светлое? Нет. Подожди. Нет, не светлое здание все-таки. Ё-моё, нам надо встретиться срочно, Арчи. Я прям на стройке сейчас, прям в ней уже. Прям в здании стройки? Да. Блин. Придется мне туда бежать. Ладно, я тогда убиваю всех, кто на улице. Будь в здании, ладно? Угу. Капец. На втором этаже стройки. На втором? Да. Окей. Я твои шаги прям слышал. Так. Бегу около контейнеров к стройке. Каких контейнеров? Ну тут контейнеры за стройкой, за зданием. Да? Возле них сейчас? Да, я прям за забором сейчас. Бегу. Зомби бежит на меня. Это ты стрелял? Нет. Я на стройке. На первом этаже. Бегу на второй, давай тут посидим. Угу. Потому что сейчас кто-нибудь сюда зайдет. Я на втором этаже стройки. Бинты. Это ты, да, бегаешь там? Да, да. Здорово. Есть бинты? Не знаю, сейчас посмотрю. Ты что, кровоточишь? Да. Тут шлем. С Night Vision. Так, давай сюда ляжем. Вот так вот. Угу. Сейчас посмотрю бинты. Нет, нет бинтов. Бинтов нет. Так, у меня есть прицел, АКОК, сайт. Да, есть у меня такой. Есть, а, окей. Еще у меня есть лазерный прицел, но я не думаю, что он нужен. Чё тебе дать? Я могу тебе пистолет дать, тебе нужен? Да, и у меня все есть. Нет, блин. Пойдем на третий этаж. Сейчас. О, я Night Vision включил, Арчи. Конечно. Сейчас. Дрель нашел, надо дрель. Дрель? Да. No thanks. Ты на каком, на третьем? Yeah. Ты, да, бегаешь там? Прямо на мой сейчас. Так, еще. Опа. О, вот эта вот пушка крутая. Я возьму? Песос про. Всех. Ну что, надо выкатывать отсюда? Тут... Ой, ёптвою. Тут по-любому кто-то есть. О, смотри, Арчи, я между контейнерами. Тут типа такой мостик. А, ты через него прошел. Окей. Давай тут поваляемся сейчас. Сейчас я пушку сменю себе. О, нифига, у меня М. А, так это М-ка, да, была, походу, лежала? Показать модули. Я смотри на мой патронник. На магазин. Видишь, круглые? В них 100 патронов, прикинь. Так это выкинуть. 100 мазафака патронов. Сейчас, Арчи. Могу тебе прицел дать, нужен? У меня снайперка есть. А, нифига. Стреляет, да, кто-то? Где? Не знаю. Так, я тогда биту уберу. Чем будем рассвета ждать? Ну, вообще не знаю, надо бы что-нибудь подождать, наверное. Там снизу рюкзак лежит, бой огроменный. В психауре сколько патронов? 9. Возьму его. О! Пистолет появился. Лут появился прямо здесь. Тихо! Слышал? Угу.
Ты возьми снайперку, отсюда же вообще изи стрелять. Тогда я и хочу. Ну, попробуй. Сейчас я прицел одену. В принципе, можно тут посидеть, я не знаю. Потренироваться, там пострелять. Окей. Ок, да. Да мне бы хил. У меня хп. Сколько? 30. Вижу тело. Где? А, нет, это зомби. Фуф, блин. Сколько у тебя хипе? 30. Слышу кого-то слева. Блин, может еще выше поднимемся? Там сетка. Нету выше. Нету? Нет. Точно? Да. Пошли вниз, короче. Давай. Смотри, будь осторожен, ок, да? Большой. У тебя Night Vision нету? Нет. Это фигово, у меня-то есть. Что ж, может, ты выдашь снайперку? Да, не дам. Ну ты и педик, понял? Не дам. Да. Да. Так, я пока снайперку уберу. Возьму вот это. Ты где? Я внизу. Понятно, что внизу, куда ты вышел? Не знаю, тут что-то просто где-то. В общем. О, энк. Лестница какая-то. Тут рюкзак лежит, тебе нужен? А? Рюкзак лежит нужен? Нет. Так, зомби вижу. Вижу вдалеке человека. Ты он мне сейчас скажи, на фолсдейле. Я внизу, внизу, на втором этаже. А, на втором. Это на первом. Зомби за кем-то бежит. За мной. Ты на первом, что ли, был? Блин. Беги сюда. Ё-моё, Арчи, твою мать, а. Кровь-то хоть не пустили? Нет. У меня 8 хп. 8? Пойдем вот в те здания, там поищем что-нибудь. Только осторожно, тут лучше не прыгай ты. Ну-ка. А, нет, прыгай, нормально. Всё, да. Я бегать не могу. Ну зашибись, тебя прикрою, бро, я тебя прикрою. Пойдем, пойдем, пойдем. Вперед, вперед, вперед. Вот в эти здания позаходим сейчас. Угу. Что в обычных зданиях? Вон там что-то под машиной есть. Может, антибиотики? СМГ-гриб какой-то. Грибы нужны тебе? Да, пожалуйста. Так, вот тут здание на второй этаж можно поднять. Заходи, заходи. Вот просто в зданиях лази сейчас. Могут таблетки быть. Подожди, может, у меня таблетки есть? Нет, у меня ничего нет. У меня только normal skin box есть. Нет. На улице тоже ничего нет. Я пока в контейнер сбегаю. Ну, в эти, которые напротив этого здания, в которые мы зашли. Ок, да? Тут что-то есть. Таблетки есть. Вообще. Антибиотики. Давай. Я сзади бегу. Иди сюда. Вот сюда. Сядь прям. На. Убирай. Не бегай, не бегай сильно. Так, все, 38 хп. Не чего бегай нет? Сильно, слышно же. Чувак. Вон там стреляли, прям внизу. А, да там же Фолсдейл. Да. В принципе. Здесь ничего нет. Опа, в машине что-то есть. А? Еда есть в машине. Давай. В смысле, давай. Еда-то чем тебе поможет? Пес, что ли? Она что, не хилит? Нет, вроде. Ну на, попробуй. Попробуй. По-моему, она просто восстанавливает еду. Отойди. Бери ее, бери. О, подхилило. Подхилило? Да. На сколько? 53. Опа. Тихо-тихо-тихо. Война. Угу. Да это там же, в Фолсдейле. Мы чё, куда бежим? Давай в Дельта Пик Рейнджер Стейшн сбегаем. Которая над Фолсдейлом по карте. Да, погнали. Так, вон ту сторону нам надо. Вот туда, Арчи. Туда, побежим. Окей, просто смотри по сторонам, окей? Смотрим по сторонам. Тут чего на это нельзя так смотреть? Да, да, кстати, да. Было бы супер.
Я еще чуть этот, чуть дальше могу видеть, так что. Можешь положиться на меня, ок, да? Угу. Положись на меня, брат. Я прикрою тебя, брат. Беги, брат. Че ты смотришь на этот грузовик? Чего? Че ты смотришь на этот грузовик, говорю? Это не грузовик. О, чувак. Mm. Так уже день. Mm-hmm. Сказал бы хотя бы, я бы хоть свой, не знаю, этот вырубил бы. Да, я думал, ты поймешь. Так я не видел, что день же. Откуда я видел? Я ведь все время в нем хожу. Ой, я мощный. У тебя две снайперки? Одна. А то, что у тебя было в руках? Там прицел просто такой. Господи, боже мой. Это что же есть стыдно. Этот прицел? Какой? Который... такой, который сейчас у меня? Отсок. Ну да, окоп. Есть. Нет, все, что ты обзаришь. Ты что-то много разговариваешь, чел. Тебя что, пристрелить, ты кусок говна? О, подожди, а это что, дымак пишется? Где? В натуре. Чё? 8-50 дымак. А, да. А, где патроны, сейчас? Да? Да, за сколько сейчас? Там D25 у меня написано. Понял. 25, у пистолета 22. Так, ну чуть скорее надо взять. Угу. Капец, у меня 100 патронов на М-ку, прикинь, 100 нафиг. Это ж какая тема. Это ж какая... Это все еще Фолсдейл. В смысле? Че, стреляют в Фолсдейле? А. Кстати, один и тот же чувак всех убивает там. Угу. Надо бы наказать его. Наказать его? Да. Слышал, с каким чувством страха я это сказал сейчас, слышал? Наказать его? И еще один, Влад Нефф, тоже ублюдок какой-то. Так, Delta Peak Ranger Station, давай, короче, Арчи, будем наготове, понял? Угу. Если это рейнджерская станция, то, скорее всего, здесь есть оружие и еда. А это значит, тут есть люди. Понял? Угу. Будем наготове, друг мой. Понял? Да, это фигня какая-то. В смысле фигня какая-то? Нормальная такая станция. Там еще и военные машины, военная техника. Здесь по-любому что-то есть, Арчи. По-любому.